Всем привет, с вами доктор Зайцев, отвечаю на новый вопрос. Когда высмаркиваюсь, выходит зеленый сгусток с запахом именно с левой ноздри. О чем это может свидетельствовать? Мы говорим про левосторонний гайморит, можем говорить про левосторонний этмоидит, можем говорить про левосторонний сфеноидит, можем говорить про левосторонний фронтит. Вот такая вот история. Гайморовая пазуха, этмоидальная пазуха, лобная пазуха и где-то там внутри находится клиновидная пазуха или сфеноидальная пазуха. Вот, собственно говоря, история такова. Приходите на прием, проведем исследование, проведем синусканирование. Можете принести с собой рентгеновский снимок околоносовых пазух, можете сделать компьютерное томографическое исследование околоносовых пазух. Все равнозначно. Ну, конечно, КТ самое информативное из всех перечисленных исследований, но и самое дорогое, и самая большая лучевая нагрузка. Тем не менее, приносите заключение или проведем исследование в клинике, поставим правильный диагноз и избавим вас от зловонных выделений зеленого цвета из левой половины носа.